Ten wid sporta kitajski nazywa się Sanda. Kung-fu i Wushu to może to nazwanie jednego wida sporta. Myself is better not said. Now I'm closer to the edge. It was a thousand to one and a million to two. Time to go down in flames and I'm taking you closer to the edge. Одни победы не могут быть. Одни поражения тоже не могут быть. Мы этому обучаем. Говорим, что не надо слишком радоваться успехам. И не надо слишком огорчаться поражением. Закон единства и борьбы противоположностей. Это все пронизывает всю жизнь. Если этот закон этим овладеть и стремиться к середине,
Потому что нельзя быть в крайних проявлениях каких-то. Это же бабочка, как вы знаете. Она хоть бы здоровая, но бабочка. А где вы ее нашли? Ну, тут ребята взяли. Где вы взяли ее? Там, да? У нас много еще. Давай мы ее к вам положим, там, в траву, ладно? Одним словом, суть работы вообще проста. Оберечь детей вот этой среды внешней, агрессивно. Я имею в виду людскую среду. Так что не обращайте внимания на них. Его надо развить нравственно, духовно, его надо укрепить. Потом выпускать в мир, когда ему уже не будет страшно все эти перипетии жизненные. I fight Muay Thai, K1, MMA, but Sanda. It's more difficult because you must be focused. Because every time level change, he can punch, he can kick, wrestling, everything. One secret, training hard, listen his coach. It's important thing for everyone.